Иное измерение русской культуры. Владимир Григорьевич Бенедиктов. Счастье – несчастье. Читает Евгений Прасов-Брушковский. День был славный. Мы гуляли вольной группой вдоль реки, а кругом в пролет мелькали молодые кулики. «Эх!» — сказал казак. «Для шутки поохотился бы я! Вот еще кулик! Вот утки! На несчастье нет ружья!» Я подумал, вот, для шуток хочет бить, стрелять. Каков? Да ружья нет, счастье уток, счастье юных куликов. Читано по изданию. Сочинение Владимира Григорьевича Бенедиктова под редакцию Якова Петровича Полонского. Второе посмертное издание. Том 2. Санкт-Петербург, Москва. Издание поставщиков Его Императорского Величества товарищества Вольф. 1902 год.